Друзья, это выбор нашей ведущей, это неспроста. Если вы искали удобные, комфортные, теплые тапочки для дома, если ваши ножки мерзнут, ну что ж, ваш выбор тогда падает в пользу тапочек-помпон. Ты знаешь, у меня появился маленький котенок, ему всего 8 месяцев, и ну, он хочет играть, он требует внимания. А когда я не могу уделить ему внимание, он бегает за мной и кусает меня за пятки. Поэтому я уже поняла, что мне нужны либо носочки, либо какие-то тапочки полностью закрытые. Это, кстати, ты не единственная в этом. Многие люди не любят стандартные, обычные, классические тапочки, потому что они, во-первых, ими можно по полу как шоркать, да, вот многие не любят. Или же тапочки, это просто неудобно. Вот в данном случае мы вам предлагаем сезонный вариант тапочек. Посмотрите, это фактически сапожки текстильные, но выполнены они под handmade. То есть сделаны как будто вручную? Да, вручную. Посмотри, какая вязка меланжированная. Как будто бы бабушка с любовью связала для тебя эти тапочки. Так, пусть у вас будут свои уникальные тапочки. И если вы новый телезритель, тоже очень можно легко начать с них, потому что это очень низкая бюджетная цена. Кстати, я показываю, что эти тапочки у нас не просто двухсторонние, у нас не просто здесь два разных текстиля, внутри под флис, а снаружи под вязаное полотно. Я хочу сказать, что внутри у нас есть еще и поролоновая простежка. Это дарит нам мягкость и комфорт. Я думаю, что Оля подтвердит сейчас, что она действительно чувствует себя мягко и комфортно. Ну, знаете, хочется действительно прыгать, наслаждаться. Более того, я вам хочу сказать, что у меня такое ощущение, как будто бы я босиком. То есть у меня нет никакой тяжести в ногах. Я не знаю, что ли там под платье. А представляешь, то ли подошва какая-то легкая. Я сейчас объясню. Итак, друзья, давайте посмотрим, за счет чего Оля чувствует легкость. Конечно же, за счет облегченной подошвы. И, может быть, вы сначала и не поняли этого, но она здесь есть. Друзья, эта подошва прорезиненная, но она мягкая, посмотрите. Так. Она мягкая, она невесомая. И вообще, наши тапочки просто, ну, они складываются очень компактно, да? Вы можете их легко брать с собой в поездку, но и взять сразу несколько пар для того, чтобы у вас всегда было в чем встретить гостей и что им выдать на входе. Да, они, кстати, действительно внутри очень мягенькие, удобные, невероятно. Но такое ощущение, знаешь, как будто бы у тебя ногу обнимает облачко маленькое. Так и есть. Друзья, я хочу сейчас объяснить некоторые тонкости выбора обуви для себя. Итак, когда вы отправляетесь за покупкой, обязательно первым делом смотрите на подошву. Я сейчас объясню. Если обувь модельная, она будет заужена и, возможно, что нос будет вытянут. Если мы говорим о модельной Надя, обуви. Для меня не подходит такое. Когда, у меня косточка для меня боковая. Тоже. Когда вот такого плана подошва вытянутая, то наша ножка в ней себя чувствует вот скомканно. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Нам нужна подошва круглая. Можно сказать, тупой нос для того, чтобы косточка поместилась, у кого-то на мизинчике есть мозоли, чтобы все это помещалось, и мы чувствовали себя комфортно, друзья. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, показываю вам, что широкий, высокий подъем здесь тоже не помеха. Вы можете уже прямо сейчас делать свой звонок, несмотря на то, что наш колл-центр очень сильно занят, он буквально забит, потому что бесплатное абсолютно ожидание, ну вы просто позвоните, и просто, когда смотрите нашу программу, просто дозвоните. Бесплатное ожидание на линии, бесплатная консультация наших профессиональных Итак, специалистов. Итак, два цвета на выбор мы не сказали. Темно-синий и серый. Друзья, это модный меланж, то есть ткань, которая всегда на пике моды. Это очень известный рисунок и популярный. Выбирайте либо серый, либо синий. Но если вам сложно определиться, заказывайте оба. Так. Оставляете себе тот, который вам понравился, например, а второй цвет вы дарите своему близкому человеку. Причем можно подарить даже мужчине, дедушке, папе, если он нуждается, если у него ножки мерзнут. Надь, ну подожди, вот гигиену хочется соблюдать все-таки, да, чтобы они всегда были свежими, чистенькими. Вот это важный вопрос, Смотри, обычные тапочки, ты как за ними ухаживаешь? Я думаю, что не загрязняется, ты просто выбрасываешь. Не знаю, ты меня поставила в ступор этим вопросом. А вот эти тапочки, представляешь, их можно стирать, внимание, в стиральной машине. Подожди, а подошва не протрескается? Нет, смотри, подошва у нас не просто проклеена, она прошита, друзья. Вы видите, что здесь все предусмотрено. Эти тапочки можно стирать в стиральной машине. Не бояться за неприятные запахи и за гигиену. И, друзья, размерный ряд, я хочу сказать, что эти тапочки для удобства лучше брать на размер больше.
Итак, друзья, выбирайте вот действительно свой размер. Вот они, размеры стопы, вы можете померить прямо сейчас. Но при этом вы можете даже просто взять консультацию наших специалистов. Вы звоните по номеру 8 800 301 6090, и наши операторы колл-центра обязательно ответят на любой ваш вопрос.